всем музыкального настроения. В эфире агентство хороших новостей. И мы начинаем со сказочных событий. В центре Лондона установили памятник человеку с метлой. И нет, это не дворник, а главный герой фильмов и книг Гарри Поттер. В 2001 году вышел первый фильм об 11-летнем волшебнике Гарри Поттере. После этого мальчик со шрамом на лбу стал кумиром не только в фильме «Факультете Хогвартса», но и во всем реальном мире. Спустя 19 лет скульпторы решили посвятить киногерою памятник. Бронзовый Гарри парит на лондонской площади Лестер-сквер, рядом с кинотеатром, где состоялась премьера первого фильма о волшебнике. Тем временем в Шотландии фанаты Гарри Поттера несколько часов простояли на перроне, чтобы увидеть легендарный поезд «Хогвартс-экспресс». Но вид внезапно испортила обычная электричка. Типичный 2020 год. Неужели миллениалы недостаточно настрадались? А вот тем, кто стоял на противоположной стороне, повезло больше, и они увидели тот самый туристический экспресс. Но стоило ли оно того? Ну а скейтер по имени Нейтан Аподака выложил в соцсетях видео, в котором он просто едет на скейте. Но этот ролик принес ему почти 40 миллионов просмотров и 10 тысяч долларов от подписчиков в благодарность за его позитивность. А все потому, что в ролике он поет песню «Dreams» группы Fleetwood Mac. Музыканты увидели видео и репостнули у себя, чем привлекли общественность. Ну а сам Нейтан сказал, что часть полученной суммы отдаст своей маме. Впрочем, кто-то способен черпать вдохновение из не самых радостных событий в жизни. Например, 28-летняя американская певица Деми Ловато рассталась со своим женихом, актером Максом Эрихом, спустя лишь 2 месяца после помолвки. Но есть и хорошая новость. Деми вернулась с новой песней под названием «Still Have Me», в которой спела о своих переживаниях. Ну а теперь к однозначно хорошим новостям из жизни звезд. В 2006 году певица Мадонна отправилась в Африку, чтобы усыновить годовалого ребенка по имени Дэвид. Сегодня Дэвид отмечает свое 15-летие и танцует под песни мамочки Мадонны. А сама певица закатывает сыну вечеринку в честь его дня рождения и приглашает в свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе толпу друзей Дэвида. Кстати, вместо лакшери подарков юноша наслаждается простыми радостями подростка. Я приучаю детей уважать окружающих и ценить то, что у них есть. Например, если сын не хочет идти в школу, то я ему напоминаю, дети в Малави мечтают ходить в школу. А вот американский рэпер Ашер в третий раз стал отцом. У 8-кратного обладателя Грэмми родилась дочь. Матерью стала 36-летняя Джен Гойкучия, которая является музыкальным продюсером. Кстати, пара встречается всего лишь год, и хотя они пока не узаконили свои отношения, рождение дочки, возможно, неплохой для этого повод. Мы счастливы и полны любви, ведь к нам пришла наша прекрасная девочка, Соверен Бо Реймонд. Отцовство – это прекрасно. Когда в комнате сидит человек, который называет тебя папа, то это вызывает во мне неописуемые чувства. Вот и еще одно звездное семейство стало больше. А у нас на этом все. До встречи в следующем выпуске агентства хороших новостей. Всем пока!